какой же ты красивый. Вот почему ты такой вредный, такой требовательный? Ты кот или собака? Мясо. Девочки, сегодня съел 2 спинки куриные. Ну и ты хорошенький. Ну столько в нем любви, столько ласки. Но требует, кричит, пока не получит свой кусок мяса. Смотрите, какой здоровенный котяра. И он же ж не виноват. Это, видно, порода такая большая, да? В ТикТоке снялся сегодня. И на боковую. Вот, друзья, ради этого стоит жить, понимаете? У кого-то внуки, у кого-то кошечки и котики. На улице снег, а они все такие спят, такие замурмезанные. И мой Костя, мой тиктоковский звездунчик, мой тиктоковский. Да, все. Челентано. Да, и ты наелся мяса. Серьезный такой. Если бы, ребята, он был человеком, он бы достал бы провизию, накормил бы всю страну бы накормил. Он такой добытчик, вырвет из горла. Полководец такой, поведет за собой всех. Вот такой характер боевой. Нигде не пропадет. Смотрите, какой красивый. Нигде не пропадет. А крякалка всем подарит любовь. Вот у кого любви нет, он всем ее отдаст. У вас нету любви, так я пришел к вам. Я крякалка. Чертовски такой, чертовски привлекательный котяра. Вечера. Еду за Лютой. Мороз. Ну, где-то минус 18 ощущается. А на градуснике 12. А для меня как минус 20 вообще. Ой. Так, сейчас самое главное не спешить. Тревога есть, но такая тихо, не сильно. Я помаленьку сейчас доберусь до центра. Что тут мне тут? 8 километров, ради бога. Главное, что Люда уже ждет. Грею машину. Ой, хорошо. Тишина. Доехала нормально. Полет был нормальный. Такой мороз. Влажности нет, воздух сухой. Такое впечатление, что находишься в лесу. Давно мы такого снега не наблюдали. Вообще. В том году ни разу даже лопату в руки не взяли. Были бы детки маленькие, снежную бабу можно было бы слепить. Все, идет моя Людмилка. Не смогла я заехать в ворота в ресторан. Никто там не поубирал. Я загрузла. Сдала назад. Выехала, стала на стоянке. Ну, вот видите, здесь работают и банки, и все подряд. Как в мирное время. Но сейчас просто очень поздно. Ну, машины ездят. Начало 12-го уже. Без 20. У нас есть 20 минут. Но мы за 20 минут не доедем. Я ехала... Сколько? 25 минут где-то ехала. Пару раз занесло, конечно. Это при всем при том, что у меня новая резина. Потому что дороги так и не поубирали. Нет. Давай, Костик, давай, не бойся, давай.
Ну давай, потруси шерстью, давай. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик с нами. Будет нашим королем. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, боже мой. Неужели в Украине зима?